Чувашии объявлен желтый уровень опасности. Холода принесет североатлантический циклон. По данным метеостанции, наиболее морозно будет 10 и 11 марта. Столбики термометров в эти дни опустятся до -25 градусов. В пятницу 12 марта благодаря высокому атмосферному давлению ожидается ясный солнечный день, но тепло вернется только к концу недели. В выходные дни столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Прогнозируется снег и метель.